что, сегодня 28 августа 2018 года. А не 24. 24, точно, перепутал. 24 августа 2018 года. Точно. Погода просто супер. Это лето, наверное, запомнится нам на всю жизнь. С мая месяца, начиная с мая включительно, и вот сейчас уже конец августа, все время стоит хорошая сейчас погода. Сегодня, скрылась, да, но вообще все равно 26 показывает. Это вообще, конечно, супер. Ну, мы идем в город прогуляться, может быть. Я думаю, мы заплатим за это лето ледниковым периодом. Зимой, да, может быть, неизвестно. И, может быть, теперь 30 лет не будет у нас такого лета. Но это лето, конечно, грех жаловаться. Здорово. Ну, посмотрим наш город Таллин, в котором мы живем. Центральная пешеходная улица Виру. Самый центр старого города. Эту улицу недавно реновировали, переделали ее, облагородили красиво. Вот здесь цветочные ряды, где продают цветы, их облагородили, тоже сделали красиво. Такие у нас в центре цветочки продают. Здесь, кстати, очень хорошие цены на цветы. Всегда свежие. Всегда свежие и недорого. Хоть все и думают, что центр, как бы, туристы, но здесь большая проходимость и недорого цветы, в общем-то, здесь всегда подъезжать, можно купить свежие и хорошие цветы. И букеты красивые. Лето, конечно, хорошо. Кафе открытые на воздухе. Все красиво. Красивый наш город летом. Ну и зимой было бы хорошо, ну, если бы не так, да, холодно. Зимой, а так просто холодно гулять, да, и ветер все время, сильный дождь в лицо. А летом, конечно, здесь сказочно, зелено, красиво, много парков. То есть летом приехать в Таллин и отдохнуть просто, ну, сказочно. И можно и посмотреть, и покушать, да, и это, насладиться даже стариной, кто любит. Да, такие маленькие улочки. Здоровья у них нет. У них тоже всякие маленькие кафе, можно посидеть. Баров, кафе. Ратушная площадь, самый центр старого города.
там, конечно, неимоверное множество. В порту просто стоит три больших корабля. Человек, наверное, три корабля привезли. Помимо кораблей еще просто туристы ходят. Поэтому народу летом много, но как бы никому никто не мешает. Все можно посмотреть, походить. Очень приятно, когда погода хорошая еще. Обратно мы вышли на Ратушную площадь. Получилась экскурсия по старому Таллину. Я сама давно, в конце августа месяца, да, мы редко выходим. Дом, работа, жизнь. Здорово. Много народу, много туристов. Но самое главное, что тепло. Вот это приятно. Сегодня повезло. Да. Так что приезжайте к нам. Город у нас красивый, да.